спрашивали просто, для чего фасонка нужна. Как, знаешь, как у шашки. Вот эту вот вогнутость вовнутрь. И туда вот так. Вот этот раз. Сейчас, погоди, я красиво срежу, чтобы было видно. Вот она. Вогнутость вот туда, вовнутрь. Это профиль, да, показать. Да, вот для таких целей. То есть не просто вот так вот, вот как здесь. Да, ты прав, вот это все, ну, как сказать. Можно и ножом сделать. Да, вот это идеально, можно ножом сделать. А трубка, она просто вот такие вот, как типа на шашках. Вогнутости. Я понял. Очень удобно. Она фасонная, она чисто, ну, как на чистовая трубка. Прям, ну, она как чистовая используется, ее на много лет хватит. А вот это уже черновая.